Всем привет, это у нас Мистер Мид 140. В этой версии уже исправили баги и перевод. Давайте поиграем на режиме тяжело, чтобы нам было реально тяжело. Протестируем себя и игру. Поставлю экстра замки, давайте начинать. Заодно будем проверять перевод и смотреть, что здесь поменялось. Помните, у нас раньше вместо доски было написано замок. Вот сейчас должна быть надпись доска и так далее. Тоже на крыше там, помните? В круглом окне был неправильный перевод. Сейчас там должно быть написано вылезти. Так, нам сейчас реально будет тяжело. Так, где же мистер Мид? Так. Резко влетел. Аккуратно, где он будет? Так, открываем. О, молоток здесь, ура. Вот тогда, тут сложно начать. Видите, у меня нет оружия в начале игры. Так, он меня спалил. Интересно, где скрипит пол? Так, если я возьму флейту. О. А пол не скрипит, что ли? Сидя. Ёкарный вышен. Дротик, где? Вау. Я успел. Видели? Бам! Повял просто. Так, что мы сразу делаем? Давайте сразу же собьем паяльную лампу, раз у нас есть флейта в руках. Так, мистер Мид, не мешайся. Вон она, смотрите, новое место. Бам! Бам, с километра просто упало. Можем, в принципе, рискнуть проверить тот самый баг старый. Возможно, разработчики его убрали. Где у нас появлялась вторая паяльная лампа. Но не факт. Применяем и сразу же выкидываем. Не выкидывается? Ой. О, все распаял. И что? У меня сейчас типа паяльная лампа в руках. Что с этим можно сделать? Давайте проверим. То есть это опять-таки баг? Ну-ка, код. Нет. Паяльная лампа остается при нас. Ой. Мистер Мид здесь. Вау. Закрываем дверь, чтобы мучился. И побежали. Я пока что применю код. Так. Ничего себе. Я бесшумно зашел. Все, он теперь знает, где я. Так, ящички открываем. Вау! Он здесь, гад. Применяем ключ. Смотрите, закрываемся. Это какой ключ-то? А, красный. Самый крутой. Да на. Он сейчас зайдет. Так, так, так. Смотрите, только еще заходит. Смотрите, перевод. Доска. Ёкарный бабай. Он скоростной. Вау. Закрываемся. Так. А, дробовик мне пока не пригодится. Мне нужны щипцы. Где они могут быть? Так, здесь их нет. Ну-ка, ну-ка. Смотрите, дверь обратно не задвигается. Так, аккуратненько. Так, он меня спалил. Получится ли пройти за одну жизнь? Интересно. Ах ты. Так, 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 где он, где он? О, зашел, молодец. Так, давайте искать щипцы. Где же они могут быть-то? Так, здесь нет. Здесь тоже. Здесь их также нет. Смотрите, он меня спалил. Паяльная лампа, главное, берется. Бам! Куда я ее кинул? Так, все, оббегаем. Это жесть. Так, здесь мы можем здесь спрятаться, попробовать. Все, давайте посмотрим за ним. Как мистер Мид смотрится? Вау. Идет, идет такой. Ну-ка, как он меня вообще ищет? Можно специально при нем спрятаться в шкаф. За одну жизнь, получается, не пройдем. Так, он уходит. Сейчас дождемся. Я иду вечно. Бак. Смотрите, вечно иду. Вау. Ну-ка, если вылезу. Просто вечно иду. Нет. Все уже получается, да? Ничего не сделать. Давайте тогда при нем спрячемся. Вот так.
Чтобы разбаговаться. Нет, просто ударил по воздуху, и я как-то вылез из шкафчика. Смотрим, разбагуюсь ли я. Получается, если я заходил прямо на бегу в шкаф, то я буду выходить также на бегу. Но при этом я не смогу уже выйти. Так что здесь... Ключ от машины есть, ура. Давайте тогда откроем машину. Так. Ха, зашел. Бам. Синий ключ даже успел взять. Вау. Я просто его ни во что не ставлю. Так, он идет, конечно же, за мной. Дверь мы закрываем. И откидываем цепь. Бам. И уже ухожу сюда. Так, опять обратно. Видите, он меня сейчас спалил. Давай, давай, давай. Мне нужны так-то щипцы, если честно. Да как так? Он же ушел. Он пошел прям по коридору. Меня как будто увидел в шкафу. Он уже хотел было проходить. И потом раз такой, о, понятно. Попался. Что здесь? Сразу же взял, прикол. Ах ты, не там. Успел выйти. Сейчас дверь закрываем. И перекусываем. Да, это, видите, тяжело. Побежал перекусывать на планке. Класс. Откидывайся. Так. Щипцы я так и не нашел. Очень-таки странно. А, двери нет, что ли? Она где? Смотрите, стоит. Ах ты. Ладно, давайте сюда сходим. Щипцов не вижу. Ёбаный обвешен. Так, закрываем. Так, у нас все застыло прямо на щипцах. Я должен выдернуть гвозди с того окна. Давайте, кстати, посмотрим, как у нас окно смотрится издали. А, вон оно какое. Кстати, там доски видны. Ну-ка, мы же можем сюда залезть. Так, и на цистерну, во. Так, я как будто бы там досок не вижу. Отсюда, похоже, доски не видны. Так, давайте еще с вами проверим кое-что. Есть ли здесь щель? Все, в крыше щели нет. Ее поправили, видите? Просто деревяшка. Ура. Похоже, эта дверь будет нас выводить из гаража какого-то. И мы дальше должны будем уехать. Может быть, здесь будет открыто в будущих обновлениях. Так, мне нужны щипцы. Так, я вообще-то кинул где-то флейту. Закрываемся. У меня есть даже дробовик, есть флейта. Но я ничего не могу применить. Где я все кинул-то? Вот щипцы, ура. Все. Ах ты гад. Полил меня. Вылезаем. Но показываем себя. Вот так. Потом обратно залезаем, закрываем дверь. И вытаскиваем гвозди. Ой. Вау, бежим. Все, побежали открывать крышу. Срочно. Бам. Что здесь есть интересненького, кроме ног? Могу прям при нем вылезти. Видите, написано вылезти уже. А не вылезти из сарайки. Бам. В окно не выкидывается. Так. Я прям при нем вылезаю. Мне главное откинуть вот эту доску с двери. Так, и можешь еще перчатку взять. Вот видите, доска уже написана, не замок. Так. Заходим. А, кстати, дробовик. Так, кто где? Где он вообще? Он может быть здесь. Странно. Пока сматываюсь так. Мистер Мид, привет.
Теперь я круглый ключ применю, потому что мистер Мит сейчас на крыше. Но я его там не вижу. Ладно, по крайней мере, он все равно на втором этаже. Сейчас буду применять. Смотрите внимательно. Все. Нам осталось перестрелить только веревку. И мы пройдем, похоже. Я паяльную лампу применил, да? Можно прям так идти. В наглую, смотрите. Так, а где дробовик? А, дробовик у нас здесь. Берем. И в наглую придем, идем на второй этаж. Просто в наглую. Дверь закрываем по ходу. Все. У нас теперь будет патрон. Первым патроном мы усыпляем мистера Мита. А вторым перебиваем канат. Все. Я контролирую ситуацию. Так. Где он? Все идет, молодец. Бам! Прям там повалил. Все, можем так, кстати, попасть. В сарайку-то. Она же уже открыта. Заряжаемся, перебиваем канат. Что у нас еще здесь было? Интересного. Так, мистер Мит лежит. Пиццу открывали? Так. Глобус не открывали. Так, это есть? Ух ты. Веревка была как палка. Все перекушено, все применено. Давайте еще проверим баг, который был ранее. Если мы заряжаем дробовик и постараемся выйти из конечной сцены, нам надо будет выстрелить. И у нас тогда дробовик появится в конечной сцене. Мне главное не шмальнуть случайно по мистеру Миту. Так, но я еще не убедился, что мы все посмотрели. Так. Да хотя, что мы здесь не видели? Все, проходим. Стреляю. Реально, дробовик с нами. Все, смотрите. У меня две левых руки. Этот баг остался прикольный. Я бегу и отстреливаюсь от мистера Мита. Видели? Дверь даже не открыл. Я пробежал сквозь дверь. Это у нас был режим тяжело. Мы с вами посмотрели некоторый перевод. Он действительно поправлен. Бага с паяльной лампой не было уже. Крышу также залатали, там нет щели. Разработчикам спасибо за своевременное обновление игры. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.